Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Продолжаем сборку и покраску Пантеры D от фирмы Звезда. Что, начинаю я покраску с башни, точнее с ее внутренностей. Для покраски буду использовать цвета белый, глянцевый, Герман Грей и коричневый для покраски сидений. Начинаем красить внутри башни. Покрасил в белый цвет башню. Цвет такой получился глянцевый, как я и хотел, в принципе. Забыл сказать с самого начала, что триплексы я залепил патификсом. Вот, можете посмотреть. В своих видео про газ М1 я рассказывал, как наносить маски с патификса, как их применять. Ну и вот такое вот применение еще для закрытия триплексов. Потом легонько подцеплю чем-нибудь острым, и они очень хорошо отлипнут. Такая вот башенка получилась. Продолжаем красить дальше. Покрасил башню. Вот что у нас получилось. И не башня, а внутренности башни. Вот. Вот что у нас получилось. Спасибо, ребята, за просмотр. Ждите следующие части. Кто не подписался, подписывайтесь. Задавайте вопросы, всегда рад ответить. Всех вам благ, вам и вашим близким.